Давним-давно один сверчок волшебно сны раскрасил. Он ночку целую не спал и красил, красил, красил. А с ветерком цветные сны по свету разносились. И мальчикам, и девочкам цветные сны. А вы знаете, какой у вас родной язык? Конечно, вот этот. Да ну тебя, Сонь, я имею в виду совсем другой язык. Какой другой? У меня только этот. Вот на каком языке ты дома разговариваешь? На русском. Значит, твой родной язык русский, а мой молдавский. Ух ты! А ну-ка, скажи что-нибудь. Вон гасит капиллар. А что это значит? Добрый вечер, ребята. Да? Ни за что бы не догадалась. А как по-молдавски будет зайчик? Епураш. А цыпленок? Пуйшор. Пуйшор, здорово! Я тоже хочу научиться говорить по-молдавски. Такой красивый язык, хотя на русский совсем не похож. Знаешь, когда я была маленькая, я думала, что молдавский очень легкий язык. Просто добавляешь «лы» в конце слова. И все. Как это? Ну, например, троллейбус «Луй» поехал «Луй» на балку «Луй». Сейчас-то я понимаю, что все не так просто. Да, смешно. Ничего, в школе выучишь. А еще на уроках молдавского языка узнаешь о молдавских обычаях. Они тебе тоже очень понравятся. Мы очень весело отмечаем праздники и всегда рады гостям. Обожаю ходить в гости. Тогда приглашаю тебя к себе. Спасибо. А мне всегда нравился украинский язык. Всегда хотела на нем разговаривать. Моя прабабушка жила в Украине. И когда мы приезжали к ней в село, все дети на улице между собой разговаривали на украинском языке. Но знаешь, я их все равно понимала. Я и в школе его изучаю. Здорово! Тогда ты будешь знать аж 3 языка? Немноговато? В мою голову столько не поместится. Это так кажется. Есть люди, полиглоты называются, которые знают больше 10 языков. А 3 языка – это вообще не проблема. Надо только очень захотеть. Ребята, у нас в Приднестровье можно столько разных языков услышать. И в маршрутке, и на базаре, и даже просто на улице. Вот у меня соседи украинцы, родня – молдаване, а друзья – гагаузы, болгары, русские и вообще всех национальностей. Здорово! Я тоже хочу, чтобы у меня было много друзей, и чтобы все на разных языках говорили. И главное, чтобы не ссорились. А мы и так не ссоримся. Совсем, что ли? Ну, конечно. Даже если поссоримся, то сразу миримся. Здорово. Я тоже хочу научиться говорить на разных языках. Давай учить слова. Давай. Ну вот скажи, как по-молдавски будет? До скорой встречи, ребят. Не рановато ли? Мы еще мультик не смотрели. Точно! Совсем забыла! Смотрим! Вот и все! Такой мультик хороший! Мне тоже понравился! Ну что, давай удивим ребят! Давай! Ребята, я уже научилась говорить «До скорой встречи, друзья!» Только по-молдавски! Пынела одной инклинир приеты! Умничка, Соня! До побачення, друзі! Цветные сны!